У нас остались руки. Мы их просто разрежем пополам. И потом отдельно отрежем ногти. Да, жестоко. Поехали. Выбираем point-to-point sims. Здесь то же самое. Разрезаем пальчушки. Еще один, так вот, и вот так. Так, ногти. Так, перед тем, как резать ногти, мы выберем какой-нибудь вертекс, не в режиме point-to-point. Для чего? Для того, чтобы вращение проходило правильно, то есть вокруг именно этого вертекса. Так, теперь point to point. Есть. Expand Pelt. Start Pelt. Попробуем Stretch увеличить. Commit. Ну, так получше. Да, значит, в таком порядке и двигаемся. Этот ноготь мы уже определили. Так, point to point. Увеличиваем стретчер. Старт пелт. Commit. Подправляем. Отнесем сейчас в сторонку их. Да тут можно даже, собственно, ничего не подправлять. Единственное, может быть, вот так.
Продолжаем. Не, он не понял, куда ему идти. Ctrl-Z. Не всегда он понимает это. Так, следующий. Мизинчик. Выбираем элементы. Так, теперь верхнюю часть руки. Expand. Commit, Relax, Tools, Relax, Biface, Biangle. Так, теперь мы выделим вот эти вертексы, сделаем им relax. Так, теперь только этим. By age. Угу. И тут уже можно просто подправить вручную вертексы. Так.
Так, это перенесем пока в сторону. Релакс. Так. Подправим.